Здравствуйте, меня зовут Алексеев Олег. Я хочу подвести итоги по первому модулю школы коучинга, школы устранения внутренних конфликтов под руководством Колесова Павла Борисовича. Мне 48 лет. Я живу в городе Пятигорск. В школу коуча попал, ну нельзя сказать, чтобы случайно. Я вообще в случайность не верю. Все, конечно, закономерно. В 2007 году я был на выездном тренинге в Хакасии. Меня на тот момент очень получил много информации для себя. И жизнь с того момента уже у меня пошла по верному пути, так скажем. Вот, очень много поменялось. Научился ставить цели, идти к ним. Мечты появились. И, соответственно, это все привело меня как раз вот в школу коучинга. То есть были про клуб достигаторов, я уже слышал тогда, уже состоял в нем, кое-какие тренинги проходил. И получал рассылку, соответственно, от тренингового центра. И тут как раз вот получилось, что пошли вводные вебинары по поводу устранения внутренних конфликтов. Я втянулся, пошло-поехало и решил просто изменить свою жизнь. Причем изменить коренным образом, в плане того, что изменить свое отношение к жизни, отношение к себе. Вот. Начали когда работать в парах. У меня вообще по тарифу моему платину, я оплатил все 4 модуля, было положено 20 коуч-сессий. Это с профессиональными сертифицированными коучами. Из них я прошел 5, даже чуть 6. Три из них получилось, я прошел еще. Мне шли бонусом к покупке DVD-дисков, я еще приобретал. Вот. То есть у меня еще, в принципе, достаточно есть времени и достаточно коуч-сессии, чтобы еще поработать над своими внутренними конфликтами уже с такими специалистами, сертифицированными коучами. Скажу про свои результаты. То, что действительно эта школа начала менять. Я сам начал меняться. Изменилось мое отношение к себе, близким. Меня даже сестра родная начала просить: Олег, научи, помоги. По сути, мы все вышли из детства, и все те решения, которые мы принимали на тот момент, это было для нас самым важным решением. Но на данный момент, что дает школа коучинга? Она дает возможность пересмотреть вот эти все детские решения и принять новые, которые уже будут более гибкими для данного момента. Потому что на тот момент, когда детьми, мы не понимали, что можно, оказывается, еще другие какие-то решения принимать. А тут вот штамп какой-то, вот еще плюс на... Было влияние социума, родителей, вот эти вот негативные воздействия, негативные предписания. Ну, как раз вот когда начали работать в парах и просто даже вот с сертифицированным коучем, я понял, что здесь именно проходит глубокая проработка. Просто не то, что поверхностно там что-то. Вот, работа с образами, она дает все равно свой положительный результат. И как бы ты ни думал, что там не получится, все реально получается. Все эти образы мы стараемся доставать наружу, отрабатывать с ними, проходить специальные обмены инвестициями, ожиданиями с теми людьми, которые в нас что-то вложили, которых мы какие-то ожидания вложили. То есть здесь очень много можно разных жизненных ситуаций отрабатывать. Та же психосоматика, допустим, что-то болит. У меня просто был случай, когда первый самый коуч-сессии, я как раз находился в Индии, прорабатывал психосоматику, у меня были проблемы с внутренними органами. И ну, я не думал, что там все так быстро пройдет, но, естественно, на это нужно было время. Вот. И в оконцовке, где-то через месяц буквально, я ощутил, что действительно ведь уже и боли эти прошли, которые у меня были. Которые у меня были связаны с определенным образом жизни. Я не имею в виду
плохие какие-то поступки. Я имею в виду, вот я то, что сбрасывал вес, у меня пошло вот какое-то обострение. Вот я это обострение как раз вот и выносил запросом на коуч-сессии. И со мной прям шикарно отработали. Хотя на коуч-сессии мне сказали, что там, ну, 2 недели надо, чтобы на заживление. Ну, прошло, как говорится, больше месяца, но в результате все равно я ощутил изменения. У Колесова я не проходил персональный коучинг, но я думаю, еще все впереди. Эффект в паре, ну, это то, что я получил большое удовольствие даже от общения со своими коллегами. То есть вот студенты, которые бывшие выпускники 2-го, 3-го, 5-го, 6-го потоков, это вообще это люди, которые могут действительно чему-то научить. Просто даже общаешься с этими людьми и получаешь огромное удовольствие от этого общения. Получаешь очень много информации от них. Они могут реально научить, как это все проходит, как, да даже просто какие-то жизненные ситуации могут подсказать. В процессе даже коуч-сессии ты узнаешь, что оказывается, сколько всего недоработано, сколько всего еще с чем нужно поработать внутри себя, сколько еще конфликтов не отработано. То есть получается, внутри какая-то идет борьба вот двух, может быть, там не двух, двух и более субличностей, так называемых. То есть одна тянет в одну сторону, другая тянет в другую сторону. И ты не знаешь, что, куда, в какую сторону двигаться. А здесь реально вот учат, что можно послушать язык тела, то есть тело, оно никогда не обманывает. И, по сути, можно любое решение принимать согласно как раз вот языку тела своего. То есть если уметь его слышать, уметь слышать, допустим, сигналы, которые подает внешний мир, особенно если не только уметь слышать, а еще уметь принимать подарки от этого мира, от Вселенной, от социума, от рода, да, силу рода вот как раз мы получаем в процессе коуч-сессии. То есть пересматривается вообще там чуть ли не на несколько поколений вперед и назад, то есть отрабатываешь это все. То есть получается, как, что есть какая-то определенная установка, которая переходит из рода в род, то есть вот именно по роду, да, от поколения к поколению. И эта установка, ну, к примеру, допустим, чтобы много иметь денег, нужно много работать. Оказывается, ну, это совсем это глупость. В то время, когда люди чувствовали какую-то вот нехватку вот этих ресурсов, да, на тот момент там и говорить лишнее нужно было, тоже думать, чтобы не взбалхнуть чего-то такого, за что можно было пострадать. А сейчас мы живем в такое время, век информации, век прогресса такого, что можно, в принципе, ну, как в рамках закона, конечно, все это дело применять, все эти знания. То есть доступ-то очень большой к этим знаниям сейчас идет. А тут тем более такая возможность просто даже поменять себя, поменять, помочь даже близким поменяться. То есть устранить не только у себя, еще у близких можно устранить внутренние конфликты, и тем самым наладить отношения между, допустим, мужем и женой, там, между отцом и сыном, между сыном и матерью и так далее, между детьми и родителями. Все это как раз вот позволяет обучение в школе коучинга. То есть все это можно проходить, то есть за час с небольшим ты столько в себе можешь устранить конфликтов. Просто приходишь, допустим, с одним запросом, а оказывается, там такой пласт у тебя убирают. И ты потом удивляешься, ага, вот это да, сколько всего. И потом просто у меня после первой вообще коуч-сессии, у меня чуть не, в общем, как головокружение было такое, вот, что я испытал такое наслаждение, когда несколько энергий в меня вошли, они еще гармонизировались, то есть я принял эти энергии, внутреннего ребенка своего принял, проявил ему к нему заботу, такие вот добрые чувства. Он сначала тоже не верил, что такое может быть. Потом в оконцовке получается, что действительно ребенок пошел внутрь, пошел к тебе на ручки, то есть поверил, глазки засветились, загорелись, и потом, ну, мы уже принимаем, допустим, этого ребенка внутреннего к себе вовнутрь. То есть уже нам проще заботиться и разговаривать с этим маленьким малышом, который мы в какое-то время оставили его на произвол судьбы, так скажем. А сейчас мы можем просто быть ему и мамой, и папой. То есть реально можно заботиться об этом ребенке. Ну, очень много конфликтов. Ну, у меня сколько, я прошел, сам провел 8 коуч-сессий. Ну, вот и считайте, со мной еще провели 8 плюс,
получается, 6. 14 коуч-сессий только со мной провели. Это как по устранению моих внутренних конфликтов. Я бы хотел порекомендовать от нашего капитана, конечно, Ниночку. Ну, такие ходят слухи, что она вроде как собирается уходить. Но я бы, конечно, не хотел бы, чтобы это произошло, потому что мы уже привязались к этому капитану. И уже просто как хотел бы еще дальше рекомендовать людям, чтобы проходили у нее коуч-сессии, обучались у нее, то есть получали от нее множество информации. Вот. Я бы хотел людям, которые еще только сомневаются, записываться или нет на обучение, просто посмотрите на себя со стороны. Как у вас сейчас жизнь, насколько она налажена? И хотели бы вы сами что-то изменить в своей жизни? Если хотите, то есть реальная возможность, реальный шанс поменять жизнь, поменяться самому, поменять свое отношение к миру, поменять отношение мира к себе. То есть, как в той песне Макаревич, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он прогнется под нас. Вот это как раз вот тот момент, когда мир не то что прогибается, он идет навстречу, он идет, как сказать... Вот ко мне было на одной коуч-сессии, я увидел образ, когда социум мне дает зеленый свет. В другом видел, что рот мне стелит ковровую дорожку зеленого цвета. То есть это все говорит о том, что мы получаем и от Вселенной, от социума, от рода такую поддержку мощную, что просто, ну, это как первая необходимость, чтобы у нас и здоровье было, и взаимоотношения налаживались. То есть все, то, что мы хотим, в принципе, здесь... То, что нам мешает, мы можем просто укоренять, исключать из своей жизни. Очень много конфликтов, которые нас просто терзают, которые нам мешают дальше продвигаться к целям. Мы не знаем, откуда такие преграды появляются. Здесь, на самом деле, когда ты начинаешь отрабатывать вот эти вот внутренние конфликты, ты понимаешь, что ты, оказывается, сам причина в этих делах. Были приняты какие-то определенные решения в детстве, которые нам действительно потом стали мешать. Так вот, это первая, самая вот основная задача коуч-сессии – это поменять решение, чтобы человек в новой уже роли, в новой идентичности мог всегда возвратиться и вспомнить, какое он принимал решение, какое новое решение он принял, чтобы не слить это состояние. Понятно, что будут еще космические проверки после этого всего, но... ты уже, по крайней мере, знаешь, что, как реагировать на эти космические проверки, что судьба тебя начинает потом испытывать, а сможешь ли ты вообще дальше продолжать в этом новом состоянии жить, как, насколько оно тебе нравится, сможешь ли ты его удержать. И тогда уже идет конкретное твое решение оставаться в этом состоянии, либо его сливать. Многие просто его это состояние сливают, поэтому... Ну, я считаю, что если вот ты трансуешься, если ты соблюдаешь все правила, которые положены по алгоритму, по системе, тогда ничего подобного с тобой не произойдет. Еще раз хочу направить людей, которые действительно хотят что-то поменять в своей жизни, записывайтесь, оплачивайте свой этот тренинг, и удачи и счастья вам. Спасибо за внимание, до свидания.